когда я уже ушла в свободное плавание, начала самостоятельно работать, то есть трикотаж, он был всегда с нами. Просто он был в разных вариантах, и, ну, то есть вот сейчас именно вот до такого варианта дорос, когда это вязаная паутинка, то есть это полностью ручная работа, никакой машинной вязки там нет, поэтому все вручную собирается. Эксклюзив – это вот вязаные вещи, которые будут сегодня представлены у нас на подиуме. То есть они все в единичном экземпляре, то есть их нет повторений. Они такие элитные, это как дорогое вино, что не каждый может себе позволить. Либо как джаз, до этого нужно дорасти, чтобы начать этим пользоваться. Сейчас, получается, разрастается, то есть мы запустили новую линейку параллельно Марусе Бояровой на Валберес. Специфичная такая площадка, закрыть все потребности производства, найти ткани соответствующие, чтобы они были хорошего качества и обеспечить стоимость. Ну, такая достаточно специфичная работа, но, тем не менее, интересный опыт. Но я думаю, что мы продолжим. То есть у нас как бы был первый такой виток, когда мы запустились, попробовали, узнали тонкости, как это работает. И сейчас, я думаю, что будет второй виток, когда мы, сделав работу над ошибками, снова пойдем, да? Вот мы сейчас планируем небольшой шоу-рум организовать, чтобы там были именно... Можно было собрать капсулы из разных вариантов. То есть это может быть и та коллекция, которую мы отправляли на Валберес. То есть она бюджетная, но тем не менее она достаточно из хороших материалов выполнена, качественная. Ну, просто там, ну, как бы сегмент такой, ну, пониже, скажем так, уровень. Да, более демократичный. Потом в середине у нас остается инт-пошив и вязание индивидуальное тоже на заказ, когда... Мы делаем именно то, что хочет клиент. Ну и премиум вариант, что в гардероб можно всегда какую-то одну вещицу иметь ее и, ну, использовать в разных вариантах.